друзья, меня зовут Ольга, и вы на моем канале, а мне нравится кушать так. Сегодня приготовим обалденную яичницу, омлет с картошкой. Понадобится одна картошина, которую я уже почистила и порезала на тоненькие кусочки. На вот такие тоненькие кусочки. Потом нам понадобятся яйца, немножко сливочного масла, или если у вас есть любое масло без запаха, и чуть-чуть сметаны, немножко сыра. Начнем. Берем нашу сковородочку и маслица мы ее. Может, чуть-чуть подогрейте вначале, чтобы масло лучше как бы распределялось. Вот так прям кусочки можно. Вот так покидать чуть-чуть. Вот таким образом. Теперь берем нашу картошечку и раскладываем ее по сковородке. Так, вот смотрите, пока еще не совсем была горячая, я смогла разложить всю мою картошину. Теперь возьму чуть-чуть оливкового масла, капельку, крупную капельку, именно капельку. Теперь возьму соль. У меня соль с розмарином и чесноком такая уже приготовленная. Но вы можете или сами с какими-то травами приготовить, с тем же укропчиком, что очень вкусно, с картошечкой. Я посолю. И теперь я добавлю буквально грамм. Вот смотрите, вот воды. Так, я поставила часы на, прошло практически 1-2-3 минуты, вода почти испарилась, картошечка уже становится более мягенькая, и я добавлю еще чуть-чуть воды, вот так. И подожду до 5 минут, когда все испарится. Так, прошло уже 10 минут у меня. Но мне бы хотелось, чтобы... Вот она уже почти мягенькая. В принципе, ее можно заливать. Но я хочу подождать, чтобы появилась корочка. Я пока закрою. И сейчас мы с вами приготовим нашу типа яичницу, омлет. Назовите как хотите. Так, берем. Я хочу взять 4 яйца, а потом вы смотрите, какая у вас семья, сколько вам надо, можно и 2 яйца взять. Так, пока у меня готовится, я еще добавлю, значит, у нас 4 яйца, немножко соли, немножко черного перца. И подобьем. Теперь можно или молоко, или сметану, или сливки. Non import, не важно. Сливки я добавлю чуть-чуть сливок. Теперь берем
сыр и натираем. Я вам, у меня пармиджано, но у вас может быть любой твердый сыр, какой вы любите. Вот так. Теперь смотрим, что у нас здесь, в каком состоянии наша картошечка. Я вижу, что она уже, ой, да-да-да, покрылась корочкой. В этот момент мы заливаем все нашим омлетиком. Так, я подержала 1 минуту закрытую крышкой, и сейчас я вот так вот чуть-чуть приподниму и стараюсь, чтобы туда жидкость, которая у нас как бы осталась, чтобы она там распределялась. Вот так вот, смотрите. Видите? Вот так. В это время, пока у меня здесь уже почти все готово, я взяла, рядом поставила другую сковородку, положила на нее чуть-чуть масла. Теперь я беру мою сковородку. Здесь вот у меня еще чуть-чуть жидкости, чтобы мне ее убрать. Вот так. Вот туда я ее загоняю. Надо, чтобы почти не осталось жидкости. Я беру другую сковородку и переворачиваю. Все. Посмотрите, я сделала это в прямом эфире. Без... Посмотрите, какая красота. Вот это все у нас то, что... 3 раза я чуть-чуть подливала воду. Это все у нас произошло где-то в течение 15 минут. Вот картошка, вот это вот, как я взбивала, прошло 15 минут. Сейчас я поставила еще на 15 минут, и они где-то подходят уже к 20 минутам. Значит, вот все это, я думаю, происходит за 20-22 минуты от начала и до конца. Сейчас мы сделаем такую же корочку внизу. И все. Здесь я уже не закрываю крышкой. Хочу, чтобы вот эта вот корочка красивая осталась вкусная без крышки. У меня нет укропчика. Когда будет все готово, можете посыпать чуть-чуть укропом. Мне кажется, будет очень вкусно. Потому что и яйца, и картошка с укропом очень хорошо сочетаются. Вот. Вот такое блюдо у нас с вами получилось сегодня. Очень вкусно, понадобится всего 20 минут и хотя бы что-то необычное, не то, что мы едим каждый день. Смотрите, делаем вот так и спокойненько ее. Приятного аппетита и до следующих встреч. Пока, мои дорогие, пока!